Следующее упражнение выполняем тоже с утяжелителями. Но они нам постольку поскольку. Кстати, не сказала, вы можете использовать утяжелители, можете их не использовать, а работать с весом тела, собственных рук. Так, все время ты забываешь. Да, ну уже же вспомнила, видишь, хорошо. Это, значит, был вопрос в чате, знаете какой? Какие есть упражнения, чтобы выполнять там на диване там, или лежа? Все упражнения, которые я делаю, если вам тяжело там пересесть, или что-то вы можете сесть на край делать, можете лежа делать, я на кушетке много лежа делаю, можете как-то... Ну, то есть, тот же самый плацдарм, как и на... Из положения сидя, стоя, лежа. Да, но я вам хочу дать такой совет. Учитесь пересаживаться. Учитесь, может, с досточкой, без досточки. Вы просто не представляете, сколько у вас появится степеней свободы. То есть вы сможете подъехать, отъехать, растянуться. То есть я тоже через это проходил. Меня пересаживали очень долго, помогали, там за штаны тянули. Но если некому, значит, надо учиться самому. Где-то, может быть, выше, ниже регулируете коляску. Но надо пересаживаться. Вы просто будете свободнее, чем все время лежать и чахнуть. Да. Это такое отступление дурацкое. И еще, это не дурацкое отступление, это очень важное отступление. И еще один момент, особенно для вновь поступивших, так сказать, подписчиков к нам на канал, и у кого ранняя травма, да, переодевайтесь. Обязательно. Прям вот специально, и не для тренировки только переодевайтесь. Вы утром проснулись, если дома кто-то есть, кто вам помогает, значит, помогли вам, там, например, умыться, и пускай помогают вам переодеваться. Да, неудобно, да, там вы лежите в памперсе. Конечно, проще всего лежать там без майки, под одеялом, в памперсе, чтобы, если вдруг что, человек открылось, быстро поменял. Но... как только вы начнете, это вот вам на заметку, если вы еще не переодеваетесь, а потом начнете, вы потом поймете, как только вы начнете переодеваться утром на день, вечером на ночь, да, то есть вот эти вот моменты, у вас сразу появится совершенно другая... Смысл жизни. Да, смысл жизни, совершенно другое качество жизни. Почему? Потому что когда мы находимся в состоянии, вот, не переоделся, не помыл, для девочек особенно важно, не помыла голову, там, не накрасилась или еще что-то, и находимся в этом в долгом положении, для мужчин то же самое, там, не переоделся, не побрился, да, не расчесался. Это это уходите прям вниз. В депрессию, короче, можно упомянуть и все. По полной программе. То есть тут даже депрессия играет роль. То есть нету социализации. Социализация — это не только люди вокруг и улица. Да? Социализация — это вы прежде всего сами для себя в вашем пространстве. В пространстве вашей кровати, в пространстве вашей комнаты. Ну вот вчера, ну вообще там, ну по работе там, ладно, там вообще такой был коньшим вообще. Пришлось пописать, причем, блин, писал, наверное, страниц 7. Вообще, вот, ну раздражало, ну вот как бы. Ну надо. Не, ну потом я просто так думаю, ну что, напишу я, ну не за час, напишу за два, там, примерно. Mm-hmm. И все, я написал эти все страницы, все отлично, все там отослал там заказчикам нашим. Все их устроил, ну сидел, писал. Вот именно оно было от руки, не на компьютере, а от руки, вот mm-hmm. именно от руки, вот такой вот, ну. Дело в том, что... И вот я вот то же самое к тому, что вот одеваетесь, да? Ну не оденетесь вы за 5 минут как раньше. Ну оденетесь за час. За 2 оденетесь. Да, главное не психовать. Вот сосредоточиться там, калашину одели, все. Посидели. Вторую, да, там посидели, полежали. Ну надо обязательно, вот как правильно Катя сказала, надо и бриться, и голову мыть, и садиться, и переодеваться, и пересаживаться. Вот просто вот нужно пересаживаться, даже если у вас... квартира, и вроде бы как бы негде ездить. Ну, до кухни можно доехать. Можно доехать там до зала, до санузла, как бы. Это уже будет... Сесть за стол покушать, даже в вашей комнате, там, допустим, да, если есть стол письменный, сесть за него покушать, если неудобно проезжать в кухню. Ну, или даже просто сесть. Вот вы лежите, вас лежа кормят, или полусидя кормят. Сесть, спустить ноги, обложить, пускай вас обложат подушками, да. И сидя кушайте. То есть вы должны принимать полноценный прием пищи, как раньше, а не так, полусидя, полулежа, как непонятно кто. То есть социализация обязательно. Желательно, да. Обязательно. Желательно, обязательно. Ну, потому что, ну, лежишь, ну, все, и начинается, вот я никому не нужен, никто не подошел. Ну, конечно, кому ты нужен, никто никому не нужен. Но если ты сам сядешь, уже где-то подъедешь,
Ну, сам себе уже как минимум. Это целое нужен. Дело. Оно... Сам себе как минимум нужен. В голове уже галочка будет стоять. Если вы вначале не можете там сесть или передвинуться, подвинуться, повернуться, у вас на это уходит там 2, 3, 4, 5 часов, потом со временем у вас на это уйдет да. полчаса. То же самое с одеванием, да, то есть если вы сначала одели майку, там, я не знаю, за час, там, или штаны попытались одеть, там, за два, то потом со временем у вас уйдет час, уйдет полчаса, и это будет навык, то есть это тренируется совершенно другой навык. А ну, навык тренируется, еще тренируется планирование. Я как вспомнил себя поначалу, все, садишься, майк. Во-первых, еле ну, сесть, это проблема, да, надо, желательно, чтобы была балканская эта рама, и как бы ты уже сел, начинаешь одевать майку, упал. Опять надо подняться. Такой конь шибет вообще. И потом ты уже понимаешь, что тебе надо сесть, там куда-то облокотиться, чтобы не упасть. И вот это вот все, оно начинаешь жить как бы уже так. То есть да. не просто сесть и две руки засунуть в майку, а надо подумать, как же надо так да. сесть, чтобы одеть эту чтобы майку. Чтобы не упасть ни вперед, ни назад. Чтобы если упал, то облокотился, чтобы не позаставить... чтобы меньше потратить энергии подняться. Ну, то есть, целое, как бы, так получается процесс. Ну, то есть, вот он такой. Ну, поначалу, я могу сказать, поначалу я одевался час. То есть, у меня час уходил на то, чтобы одеть майку, шорты и кроссовки. Ну, сейчас у меня уходит, я не знаю, я даже не засекаю, потому что это уходит просто мгновение. Сел, оделся, пошел. Ну, и поехал. Перепрыгнул. Ну, то есть, об этом уже как-то так... Раз-раз, быстренько ты булки поподымал, все, оделся, майку, шмор, сандали сюда-сюда, все, пересел. Ну, буквально, то есть, я могу, я просыпаюсь, если я, допустим, захотел в туалет, все, я могу, вот, не то, что у меня там уже все, я могу одеться быстро, пересесть и съесть в туалет. И успеваешь. Да. То есть, вот, ну, то есть... вот. То есть все уже навык, быстро. Все опыт, обязательно занимайтесь собой. Ну, это маленькое отступление.